Машины тяжелые, ломают рамы, что мы переезжаем с этой дорогой. Жители улицы Молодежная уже не помнят, когда в последний раз городские власти ремонтировали дорогу. Средств на эти цели в бюджете нет. Дорога превратилась в сплошные колдобины. Ведь смотрите, что творится, колдобина на колдобине. Мы 60 лет живем здесь уже. Я после деда еще. Так что, и вот, я не помню, но просто вот моментами вот засыпали так же, а больше ничего не делали. Около 15 действующих предприятий пользуются дорогой по улице Молодежная. Большегрузные автомобили, городской общественный транспорт курсируют по этому маршруту ежедневно. Руководители ломают свои машины, но поддержать инициативу своих коллег не спешат. Двое предпринимателей решили начать ремонт своими силами, в надежде, что подключатся и остальные руководители. За свой счет как? Знаете, мы придерживались той пословицы, как напрасная старушка ждет сына домой. Мы тоже ждали, может, власть сделает. Поняли, что ничего не будет. И вот с Николаем Николаевичем решили купить асфальт, вот этот бушный асфальт, и хоть чуть-чуть сделать что-то. Вот и все. Надеемся, что те бизнесмены, которые, те экономические агенты, которые находятся, может тоже подключиться. Пока желание не изъявил никто, мы начали вдвоем, но если кто-то изъявит желание, с радостью примем их. Средства на ремонт городской дороги городская власть изыскать не смогла, но обещание обеспечить водоотведение вдоль дороги выполнила. Ожидается, что будет отремонтировано более 1 километра дороги примерно на общую сумму около 20 тысяч лей.